В Северском районе продолжаются открытые сессии представительных органов поселений. 20 января прошла встреча Совета Азовского сельского поселения. В сессии приняли участие глава Северского района Адам Джарим, его заместители, депутаты и жители. С докладом о проделанной работе за 2020 год и планах на следующий выступил глава поселения Евгений Алышев. Благоустройство сквера в станице Азовской по улице Ленина. Еще в 2019 году нами была разработана сметная документация, проведена ценовая экспертиза, изданы документы для участия в программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Данные работы в 2020 году были завершены в полном объеме и даже с некоторым перевыполнением и дополнительными работами. В 2020 году в поселении проделано много работы. Большим подарком для жителей стало открытие нового современного сквера. Также внимание уделили развитию коммунального хозяйства в поселении. В прошлом году даже удалось перевыполнить план по ремонту скважин. Упорная работа не была незамечена жителями поселения. Многие поблагодарили Евгения Алышева за его труд. Спасибо всем большое и успехов вам в дальнейшей вашей работе. Очень красиво, очень приятно смотреть на это все, смотреть, как играют наши дети. Просто спасибо большое вам, человеческое, за это. Депутаты единогласно признали работы главы и администрации поселения удовлетворительной.